Мне звонят, а где нынешние материалы? Да нет, вот Сергей проснется, я говорю, расскажет, куда они делись. Я зарядил в YouTube, в общий поиск, нигде нету, куда же он мог деться. А потом дай загляну сюда, в архив, то они лежат там, ждут меня. Ну я сейчас буду ставить кое-что. Да. Это, снимите пакет, а то я вас не вижу. О, это говорить надо, подожди. Ладно. Сейчас пройду и на текст, я там гляну. Так я сейчас что делаю? То оно меня закачивало уже. Тут беседа была одна. Уже сегодня. Я ее сейчас, наверное, прерву заказчику-то. Да нет. Нет, не надо ничего прерывать. Пускай закачивается. Я сейчас зайду. Ну ладно, я ужимаю. Она мне все равно нужна, ужатая будет. Так у меня тут накопилось уже 4 ролика. Я их ужму и сам поставлю. Ты отдыхай, насчет этого больше не беспокойся. Вот да эти... я зайду там по-своему гляну. Ну давай, посмотри. Мы тут... Виктор пришел, и мы занимаемся по английской визе. Там нам вот она... Сколько я зарабатываю, сколько на дорогу потрачу. Ну откуда я знаю? Они-то делят на билеты авиационные, а мы же на машине. Ну сколько километров, сколько стоит бензин? И главное, врать нельзя, и по правду ничего не узнаешь. Английская виза замучила тут. Я... Виктор тут уже сегодня второй раз у меня. Так, смотри, чтобы ничего не перервать. Я то и другое закончу потом. Да я тут ничего не прервал. Так, а ты знал, что я назначил встречу с этим, с Александром на 7 вечера-то? Да я читал, но нет, не получается, он не всегда дома. И на тихо, мне второй раз эту заказчику прервали. Я не прерывал. За сегодня уже второй раз. Ну прости, так я не... Я вообще не подходил даже к компьютеру-то. То есть... Где он опять вот этот вот... Ну этот посмотри, файл. Может... Я же предупредил, Виктор говорил, делать ничего не заденет. А что оно прервало, как? Да Виктор ничего не задел, но файл, который, с которого я скачивал, вы его занесли в другую папку сегодня. И заказчика прервалась. Вот я смотрю теперь, где он опять. Ну, это первый раз, да, я ее занес в папку. А сейчас-то я и не трогал. Нет, ну я его вынес оттуда из папки, а вот где он опять есть. Опять в папку затолкали? Я вот выставлял сегодня его на рабочий стол, вы опять куда его дели? Ну, подожди, подумаю маленько. Да никуда вроде я не делал-то. Я все про визу очищал, визу в один мешок сложил. Заложили, даже некуда новое, это ведь это копирует, ему некуда поставить. Письмо вот это вот написал, вот вы читали. Ну, значит, что-то не получается. Ты меня забрось тут. Как-то. Я тут все написал. Я вот это письмо вам сегодня написал, вы его прочитали. А я отвечал, вот. Смотрите, вот первый раз. Вот дальше-то я не трогал. Как я мог дотрогать-то, я когда уже предупрежден. Я не делал этого. Не, ну я вот сейчас смотрю и не нахожу его, этого файла, опять на рабочем столе. Файл вот этот вот, где Сергей, этот, Чистяков. Вот этот файл 03... А да. Какой заказчик? Ну-ка повтори, какой именно заказчик? Название его. Вот здесь, посмотри, я его никуда не убрал, только поставил на ужатие, а в очередь поставил. Он говорит Сергей Чистяков. А? Сергей Чистяков, название ролика. А где он такой? Я его не видал даже. Сергей Чистяков. Не знаю, я его третий день вот пытались уже закачать, вы его прячете куда-то постоянно. Вы его не трогаете. Обожди, Сергей, я не брал это. Не брал, не ставил. Это тут недоразумение какое-то. И какое недоразумение? Я его вчера на рабочий стол поставил, сегодня лежу, вы его в папку неужатые спрятали. Я нажал, достал его из папки неужатые на рабочий стол. Сейчас смотрю, опять его нету. Ну хорошо, я вот вернулся. И вернулся, я занялся своим собранием. Когда бы я ставил? То у меня даже времени на это не было. Это он стоял вот рядом вот с этим вот, с буйком вот с этим стоял. Сейчас я файла этого не вижу, где он есть. Хоть что говори, ничего не знаю. Я бы мог сказать, не брал. Ну,
даже не знаю. Так, подожди-ка, тут уже 98. Пусть это закончит. Не закрывайте тут еще. Я не закрывать ничего не буду. Я файл ищу, где мой файл так, есть. Мой файл. Ну, бабка, шает фуфайка. Так, подожди, что зацепилось за меня тут. 99. Сейчас она прервет. А я новый поставлю. 100%. Так, что я ужимал-то сейчас? Завершено. А что я ужимал-то? Да, написано 30.03, Козлов Сергей. Ага. 30-го Сергей я ужал, да? Сейчас, Сергей, подожди маленько. Вот это вот, наверное, да? Она. Так. Подожди, подожди. Сейчас я... Не может быть завершена, ну и хорошо. А что она теперь, как ее закрыть-то? Как ее по... Куда ее убрать или еще вот это? Что вот это? Этот файл где-то открыт. У вас видео в этом, видеопроигрыватель, наверное, открыт. Он видео... закачивается или что? Я тут совсем запутался. Видео сейчас смотрите здесь. Видео у меня закачивается, да. Тут еще тоже закрывать не надо, Витя завтра придет. Уже ты... Нет, да. Вот сейчас этот файл где-то вы просматриваете. Да, я просматриваю. Где? Покажите. Собрание, собрание, вот оно, где вот собрание. Ну, закройте его, вы пока не закройте видео, у вас не пойдет этот файл. Ну да, я его уже ужал. Закройте, говорю, где смотрите. Ой, я не могу. Запутались мы тут. Я не знаю, что делать дальше. Подожди маленько. Он говорит, закрыть видеоролик, который вы сейчас смотрели. Закрыть надо? Да. Так, я могу. Могу. Сейчас, подожди-ка. А где он? Это как обозначается? Это не то. Так вы его вроде закрыли сейчас, собрание-то. Я закрыл, наверное, его. Его нету тогда, если так. Теперь... Мне надо сейчас ужимать. Я на ужимку поставлю один. Подожди-ка. На ужатие, пожалуй. Вот. Нет, это закрыть надо. Так, а где его найти-то? Ну, не в корзине же. Подожди-ка. Да нет, конечно. Я эту корзину сейчас освобожу. Старым. Корзину закрою. Так, подожди-ка. А, Чистяков. Он называется, не Чистяков называется, он называется 20 какое-то число, 0023 что ли называется. Вы там неправильно месяц ввели. Володя, помоги мне найти. Я не трогал его, я даже такое не прикасался. Ну что мне? Вы мне покажите, где у вас папки неужатые видео. А, вы еще снимай. Да. Покажите так. Мне папку с неужатыми видео, где у вас есть. У меня ужатые, вот где они. Не ужатые. Не ужатые, вот она не ужатая, вот. Не ужатые. Откройте ее. Открыл. Так, сейчас я посмотрю. А, вот она. 29. Вот она, вы его сегодня опять сюда запхали. Я его выставляю на рабочий стол, вы его специально опять в папку засовываете. Когда бы я делал-то это? Я на улице был все время. Я попался опять. Ну как я могу убрать? Я не могу его никак скопировать, этот файл. Так, сейчас вы сюда что выставляете? Второе видео. Так, мне сейчас надо ужать. Подожди-ка маленько. Вот это все закрыто. Я сейчас все ужимаю-то. Ужимаю. Сейчас я посмотрю, еще ужато сначала. А вот, 30-го копия. Это 30-го. Сергей Козлов. Я его ужал. Вот я сейчас... Она мне еще отвечает. Файл с таким же именем уже существует. Нет, так у вас же она на рабочем столе стоит не ужатая, а это уже ужатая. Так они еще друг друга перепутают, что ли? Я не ужал. У них название одинаковое. Вы здесь подпишите, не ужатое, на том ужатое, и чтобы не путаться.
Ну, я внизу ставлю ужато, а вверху не ужато. Я так и делаю. Нет, вы... Вот здесь напишите. Не здесь, вот здесь напишите. Ужатое. Вот это ужатое. Сейчас напишу. Так она не дает писать-то тут. Ужатое. Почему? Все там дает. Ну-ну-ну. Она напугалась, сдалась. Все, вы теперь выставляете его на рабочий стол. Вот теперь на рабочий стол. Вот. Смотри, куда вставляю. Вот она у меня где стоит. Вот она, рядышком. Вот их теперь мне надо поставить в интернет. Вот и ставьте смело, и чё? Так, слушай. А как я мог поставить? Это для меня задевает уже. Я поставил и не трогал даже. Я же на улице был. А Витя пришел. Я ему дорогу расчищал. Вы машинально просто спрятали и все, и не помните об этом. Конечно. Что бы я помнил-то? Если она торчит посередке. Так, это 29-е. Это что, ужато, не ужато, теперь надо узнать. Вот это. Не, это мое, это не трогайте вообще. Я им занимаюсь, этим файлом. А, вот как. Ну, так, в таком порядке-то я мог ее загнать там. У меня весь экран загнатый здесь, я стал ощущать, но не мог же я его трогать-то. Надо в каком-то определенном угле вам ставить, он там вверху. Давай перенесем. А потом его я найду. И тогда на них надо писать не ужатое. Что делать-то? Это же никуда не годится, два раза прервал. Это же все. Бить надо меня. Неужели это я мог сделать? Вы свою закачивайте пока сюда, закачивайте. Сейчас мне надо не закачивать, а... Так, подожди. Это у меня ужатые все уже внизу вот эти. Раз, два, три, четыре, пять. Это ужатые. Я сейчас посмотрю. Это не ужатые. У вас тут одна какая-то не ужатая. Не спутайтесь только. А какая вы внизу не ужатая? Ну, сейчас вы... Какую ужатую написали? Ну вот это вот, сейчас я посмотрю. Вот, 538. Да ты никогда не закачаешь. 144. 538. Видимо, вот этот и есть. Этот 519. Так вы сделали, что ужимает, теперь она меньше. Закачивает длиннее. Дольше. Я так понял теперь. Закачивать дольше, но зато качество хорошее. Ну, ясно, что хорошее. Людям-то не то, что тоже, тоже. Людям хочется и на лица посмотреть. Хочется и лица увидеть в хорошем качестве. Ой-ой-ой. Ну, что мне? Я сейчас посмотрю сначала, заказчик у меня идет там или нет. Не, вы сюда загружайте сначала, вы этот. Я сейчас посмотрю, загружено сколько. Загружено. Что тут написано? Обработка завершена. Обработка завершена, значит, все, она стоит уже в интернете. Обработка завершена. Я сейчас вернусь. Теперь, Игнатьич, не забывайте нажимать и опубликовать. Так, правильно. Вон там. Вот это для всех. Ну да хоть я нажал. Нет, 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 вверху. Вот, опубликовать нажимайте. Вот. Действительно так. Теперь я вот это сниму сейчас, подожди-ка. Это благодарю. Спаси Христос. Сейчас я это унесу. У меня здесь адреса этих роликов. Мне это нужно будет. Племянник зашел, я его записал. Разговор-то хороший был. Так, я сейчас закрою. Так, подожди. С этими визами не разберешься. Ну, внизу-то у меня вот этот раз, два, три, четыре, пять, все ужатые. Я собрание сейчас заканчиваю. Это ужатые. Так вы их поставьте в ужатую папку, да и все. Так, ну, вот они ужатые, вот они все у меня. Ну а папка, где у вас ужатые? Папка есть отдельно сделана? Так ужатые, их надо еще поставить, тогда я поставлю туда. А, потом уже. Как я поставлю? Там мне надо сейчас так, собрание закачивать. Сейчас я поднимаю, вот так, ухожу обратно в этот. Сейчас посмотрю, встала или нет, это Алешкина-то. Приятно.
Евгений Давыдкин. Даша никуда не идет. А почему она не встала? Ну, она еще обрабатывается пока. А написано, обработка завершена. Она завершена, но ее еще не опубликована. А, ну ладно. Ага. Я теперь добавляю видео. Загрузка. Тут я уже руку набил. Теперь я ищу, где она у меня. Собрание. Это Устинов. Я его сейчас уберу. А что она? А, так она под другим. Это. Ищи это собрание. Вот это, видишь, занятие. Она, видишь, какое это... Занятие это не такое. Там ее. Ну а что? Устинов. Собрание, не могу найти. Промелькнуло, назад пошел. Как раньше было хорошо, она этими туисками красными, а сейчас ничего не найдешь. Сколько вот знаю. По названиям ищите. Да тут не доразберешься, они выглядят все вон как. Название-то понятно надо. Занятия, вот есть, а собрания не видать. Значит, собрание еще не прогнали через программу, через то. Собрание нашел, вот оно где. Собрание. А это ужатое? Ну, ужатое вот такая вот, а которая значок скрипичный ключ, то не ужатое. Это не ужатое, это не ужатое собрание. Вот это не ужатое? Ну вот, там видите, там гигабайт с чем-то. Ну вот это ужатое, ужатое. Я сейчас посмотрю, сколько. Нет, это не ужатое. Вы его еще собрали, не ужимали, Игнат Тихонович. Вы еще раз зайдите на рабочий стол, посмотрите сейчас. Сейчас я зайду, посмотрю, правильно. Так, за собрание ужатое. 1.12. Это после ужатия. Да какое же это ужатие? Вы написали ужатое, оно не ужатое. Вы его не ужимали. Ужатое 2.40. Вот она наверху стоит. Да, со скрипичным ключом. 2.40. А это ужатое. Плохо ужимает, Сергей. Надо вернуть на прежнее. Иначе мне никогда не закачать. Ну еще раз прогоните, оно еще раз ужмет его. Ну какое это ужатое? 1.2. Это мне одну не ставить. Я вообще откажусь ставить. Еще раз прогоните его, Игнат Тихонович, послушайте меня, вот сюда еще раз его, вот это вот закинем вот сюда вот и прогоним еще раз. Устинова Алексея уберу отсюда, где он тут? Вот он, Устинов. Он у меня уже встал, теперь я его в ужатое убрал. А здесь Устинов, сейчас я вверху разберусь это дело. Собрание, занятие. Вы видите, я все поставил. Это сейчас уберу только и все. Вот. Теперь что поставил ты его? Опять надо ужать. Ну, вместе с ним тогда надо ужимать и другие. Не надо, оно будет уже 716, видите? У меня никогда такое не было. Это новый аппарат, он сильно много нагоняет. 2 с лишним. Это мне не поставить ни одной. Иначе, я же вам объясняю, вот я поставил, сейчас ужмет еще раз. Вижу. Это время-то уже у меня сколько? Уже уходит 21.56, 22 считаю. Ну так у вас время, а людям хочется чистый вид смотреть, они мутные. Не, наверное, надо Сергея вернуть на прежнее. 3.5 раза, это хорошо было. Потому что... Ну а то сейчас вот ужмет, еще раз ужмет. Это 2 раза ужимать, это не это мне, тут одна путаница будет только. Это теперь куда мне девать вот этот посредний, в какую папку? Мне же надо куда-то сохранить, ужато, не ужато. Она не ужата, полуужата. Да это нет. Надо вернуть на 3.5.
Это нормально было. Почему? Потому что сейчас этот аппарат, он более объемно пишет. Он и так чисто, довольно чисто. Потому он объемно пишет, потому что качественно, вот поэтому объемно. Поэтому 3,5 вернуть назад. Это нам лучше будет. Иначе меня это просто вышибет. Я не могу два раза ужимать, это ничего не даст мне. Иначе сейчас спешка смерти подобна. Пускай вот сейчас закачивает, а ночью, за ночь сейчас закачается, все. Теперь уже спешить некуда. Пускай вот, а потом сделаем как прежде. Сейчас я вот свое сейчас закачаю, сейчас свое, чтобы время не стереть, не скинуть. Ладно, я хочу спросить. А что так 20? Это что? Это у меня записывает сейчас. А что он записывает-то 20-то? Это ваше? Это Сергей записывает. А это Сергей. Так, а насчет этого Александра-то, что там он не вышел в 7 часов-то? Ну и вот он не всегда дома-то, и он тоже редко бывает. Это надо, я как-нибудь подгадаю, чтобы вам было удобнее. Ну ладно, удобнее. Нормально. Нету и нету. Только делов. Я просто узнать хотел, что... Я согласился, дал согласие, а его нету. Ну так он-то еще об этом не знает. Он не знает, что я ему хочу предложить. Он еще даже не знает, что я вас хочу свести-то. Он, может быть, узнал, да и сбежал специально. Да. Он, может быть, уже кое-что считал из того, что я отклики-то давал на его выступление раньше-то. Нет, он пока вас вообще не знает. Может быть, ему лучше не знать, а то он дома жить не будет. Нет, ему лучше узнать, потому что он от вас все возьмет, он от вас это восприемник ваш будет. Ой-ой-ой. Конечно, в мире все бывает. Бог силен сделать, но я не знаю. По умолчанию. Вот это дважды ужимать, только один раз, больше не делать. Вернуть и на этом договорились, иначе у меня тут катавасия будет. Это невозможно, у меня времени на это нету. А эти я ставлю, я знаю во сколько ночью встать, и у меня нормально шло. А я сейчас никакой. Ничего сзади не поставил, ничего не поставил. Все лежит. Иначе пусть сейчас ужимает, а я сам поставлю. Он сейчас ужмет, а я поставлю сам. Вы-то я когда ставите делаю. Сами, так я-то в это время ставить-то не могу. Вся программа занята, она даже в Word'е тормозит. Если бы они у вас были на столе, вы работали на своем компьютере, совершенно независимо от меня, тогда бы мы поделили пополам, я отдал и ставьте как хотите. Но так-то я не могу сделать-то. Это только писать, наверное, надо на диск и в диск вам высылать. Сейчас мы сейчас. Я по-другому не вижу. Не, тогда я буду ставить все как ставил, так и буду ставить. А вы где отдельно сделаете, тогда на свой там форум, ну там где захотите, свою запись. Потому что я ничего не делаю здесь, а у меня время есть когда, но я привык уже к этому. У меня он непрерывно работал, а мы успевали. Сегодня я ни собрания, ни занятия, ничего не поставил. А там много пользы было. Ну, завтра посмотрим, ничего страшного. Да, конечно. У меня на первом месте открыть визу в Англию. Составляю сейчас анкету, и все по-английски. И вопросы такие задают, не ответишь. Просто не ответишь. А почему нет? А какой ваш заработок? Ну, я значит, написал пенсия. А сколько тратите в месяц на себя? Да им какое дело до моего желудка-то? Что, бояться, что я Англию объем, что ли? Дальше. А во что обойдется вам ваша поездка? Зачем им это знать? Никакой транспорт они судят-то по самолету. А я не знаю, сколько стоит горючее, сколько километров туда ехать.
я не могу ответить на этот вопрос. А они надо ответить. Лгать я не могу и правду не знаю. А без заполнения этой графы недействительная страница. Я таких вопросов не встречал. Никогда. И при том, вопрос на вопросе, все о деньгах. А жена, а сколько вы ей даете? Да я вообще ничего не даю. Но отвечаю жене, а сколько дети вам дают? Нет. Понимаешь, такие вопросы. Какое отношение это имеет к моей поездке-то? А когда вы служили в силовых структурах, а были ли начальником военной это, в армии? Да что это, СРУ какое или что? Ну ты глянь на меня-то, какое? Конечно, СРУ. Такие вопросы-то задают. Что? То есть, если я имею отношение к военному ведомству и там работал, то я приеду туда, и меня они допросят, и я им все расскажу. Еще ради-то я поеду, во-первых. У меня может быть и запрет на выезд, если я обладаю военной тайной. Ну и приеду, я еще вам буду говорить-то? Я и говорить с вами не буду. Но они меня арестуют. Знаете, еще это больше так, на психологические такие вопросы. Они потом оценивают уже по ответам, делают оценку вашей психологии. Да я везде ноу отвечаю. Какая психология-то? Еще они не видят? Спрашивают про отца. Они потом эти ответы заносятся в компьютер. Вот и компьютер выносит такую, обрисовывает ваше, как говорится, ну то есть ваше кредо. Но почему Шенген этого не спрашивает? Ни в Грузии, ни в Армении, ни в Азербайджане, где я был, нигде. В Индии не спрашивают, ни Таиланд, ни Турция. Это только в Англии. Зачем это им знать? Какое отношение имеет к моей поездке? Я еду, плачу. За мной не было никаких. Ну, а им интересно, участвовал ли я в террористических организациях? Ну, так кто-то и скажет. А не выступал ли где-то за терроризм? Вот такие вопросы-то. Прям глупые совсем. Да кто этому участвовал? Разве он будет об этом писать? Им никогда не узнать, где это я был. Это вопросы все для компьютера. Это люди не читают, понимаете? На основании этих вопросов компьютер выносит оценку о человеке, дает о человеке его характеристику, понимаете? Но зачем она им характеристика-то моя? Ответов, относительно ваших реакций. Зачем она им эта характеристика? Эти программы... Не Германия... Ну, вы посмотрите, насколько человек какой вы, останетесь там у них или не останетесь вы, заинтересуетесь вы страной или не заинтересуетесь. Ни Китай, ни Япония, никто этого не требует. Ни Америка не требует. Почему они требуют этого? Никто не требует, ни одно государство. Вот в чем дело. У них сейчас с этими гастарбайтерами, Аврал, у них сейчас вся Литва, Латвия, там сейчас к ним едут все, и там и немцы, и поляки. А они это говорят, Но вопрос, сколько я ем, какое отношение имеет? Помогает это мне... для компьютера, понимаете, это не для людей, не понимаю этого, компьютер, задает человек, не компьютер. И компьютер это не надо знать, сколько я съедаю, сколько я трачу. Теперь я приеду в гости туда, а сколько вы обойдетесь им? Я пишу ноль, нисколько, меня кормить будут они. У меня с собой картошка, я сам сварю. Прямо вопросы такие, что думаешь, издевательство или что? Во сколько я обойдусь? На 10 дней еду, я еще им объем там, что ли? Мне сейчас, я пишут анкету, а в это время звонят с Литвы. Заезжайте к нам, мы все приготовили, у нас двор, дом там проще. Во сколько я обойдусь им? Да не во сколько. А сколько мне это обойдется, не во сколько? Ну, им, может быть, я обойдусь, кто кормить будет. Да и ночевать-то в машине буду. Нет, это не умно, это не для компьютера. Машина, которая определяет вот так называемый там, как называют его, не индикатор лжи, а как? Детектор. Детектор лжи. Ну и на детектор лжи я сяду, пожалуйста. Они смотрят волнение, какие потовые железы, как спросят, как я задумаюсь, не задумаюсь. Но тут я понимаю, там синусоида покажет. Это этот есть фильм такой, он, я не знаю, как он называется даже. К
когда его на детекторе лжи проверяли, спросили про родителей, а он задумался, говорит, не знаю. И они под сомнение, никак не знаешь, я в детдоме воспитывался. Ну, он сын разведчика в Германии, и там прокол был, и как они его ребенка оттуда выкрали, а потом специально стерли ему память, и он здесь был, дедюшка играет, сильный фильм. И на детекторе лжи они его, а его ГРУ, свою группу взяли, учили там всяким премудростям убивать и прочее это. У него новая жизнь была, он вообще не знает, кто он такой, какое имя. А потом он всю жизнь думал, как найти имя, как найти этого профессора, распрограммировать его. И фильм вот в этом ракурсе идет. И они двоим сделали пластические операции, двое, на кого? Тут начальник посмотрел, под твое лицо, тот говорит, почему мое лицо портить? Значит, ты. И под дедюшку два. И наконец они встречаются. А у него в памяти ничего нет, он манкурт. Он бьет точно в лоб. Или в сердце. Напали бандиты там где-то, а он под столом оказался, в ресторане был. Он их всех уложил сразу. А споткнулся на своей машине, погубил жену и детей, дедюшка Александр. Так, я возвращаюсь к своим баранам, к этим. Вот сейчас она меня ужимает. Теперь я не знаю, куда эту посредную девать-то, посредине, которая была первый раз ужатая. Ее ликвидировать надо. И куда выбросить ее? Ну да. Ее мусорная мусорная. Ну, в общем, тут это как эксперимент не прошел. Пожалуйста, Сергей, верни меня к утру, и я буду сам их ужимать. А вы берите те, которые там запишите. Ну, если такие будут. Иначе у меня работа-то стоит. Я ничего не сдвинулся за целый день. Ни одного ролика не мог поставить. Да и этот объем, она пишет в два раза больше на ней. Значит, она в два раза чище пишет. Этого достаточно. Так да вы, мы еще уменьшим. Знаете, значит, вы поставить-то не могли, потому что вы его не так поняли. 1 гигабайт мне не закачать за сутки. А что не закачать? А Сергей, когда качает, я ничего не могу делать здесь. Она убирает это. Ну, мелочь такая. Сегодня переключение это, а там что-то закачивается у Сергея. Мы с одного-то тянем, он не тянет это, он слабый. Я бы уже давно бы закачал, но вы два раза его убирали. Ну понятно, раз я бы уже давно бы закачал. Раз у меня толкемся здесь, это тоже надо отменить. Как-то от меня не закачивать, иначе не получается. Просто я врежу вам, и я сам этого не вижу. Я убираю, потому что, может быть, второй раз я не убирал. Ну кто убирал-то тогда? Первый раз я убрал, а второй раз... Но она торчит, я ее убрать мог. Хотя не знаю. Я механически мог его, потому что экран весь забит. Я обычно как раньше ужал, и, а который не ужатый, мне сказали отдельно отдавать там администратору. Я так и делал. У меня сразу лишнее уходит. А сейчас они торчат, я не знаю. Второй, третий день гляжу, а что она торчит-то? Пишут, не пишут, я это узнать не могу. Мне не дано знать. Я его и кинул туда. Обычно, если оно записывается, то табличка выскакивает в обработке, его трогать нельзя, там, или оно не пройдет, оно не может пропустить, а это пропускает. То есть это путаница создана. И нужно сказать, вина наша. До этого у меня этого не было ни разу. Я знал два, ужатое и неужатое, поставил, все в эфире. А качества никакого. Качество, которое вы говорите, лучше. Лучше его совсем не ужимать. И лучше на большой аппаратуре. Но, ну, иначе у меня ничего нету. Ни ужатого, ни неужатого, никакого нету. И вот эти, которые мы с вами разговаривали, после Давыдкин как с книгами был, вообще ни одного ролика не появилось. Целую неделю. И меня спрашивают, за целую неделю ни одного ролика. А почему? А вот это вот меня перекрыло. Я не знаю, что ставить. Кто ставит? Я только проверяю, там ничего нету. И я его трогать не могу, как бы второй раз. Второй раз закачивать, она не дает, там закачка идет. Тут надо это утрясти. Мы эту грань перешли, и у нас просто храбастит все. За неделю ни одного ролика. А создано ролика 3. Из 3 я ни одного не поставил. Сегодня у меня 3. Та же история. Уже 6 непоставленных. Но я садил, что дальше не может так идти. И с экрана убрать нельзя, некуда ставить уже их. А до этого у меня все они в один день уходили. Все, до одного. Всегда. Да, кто,
Так тоже неинтересно, все сразу смотреть. Надо по одному в день ставить. Все сразу. Ни одного за неделю. За неделю ни одного. За неделю я поставил хоть сколько. Ни одного не поставил. Люди скучают, так хорошо наоборот. Ну, в общем, а вернуться к прежнему, как было? Представляете, потом какая сладость вот этого ожидания и вот это вот все получить. У меня некоторые наши беседы, да ни одна еще не поставлена за эту неделю. За неделю ни одного ролика я не поставил. Это всем стало заметно. Они у меня на экране стоят. Я не знаю, какие вы закачали, какие не закачали. Я захожу на YouTube, ничего там нету. А что, брат, ставить, я не знаю. А сейчас движено, они ужимают так, как следует. Все. Нет. Вернуть на прежнее. И это дело не пойдет. Мне замечание сделали. И люди ждут, притом ждут везде. Мне уже несколько сообщений. Куда вы делись? А почему нету? Мы каждый день ждем ваши ролики. Они и ролики такие, но там смысл-то накачано, будь здоров. Вот сегодня на собрании я тем 5 высветил. Тем 5, по которым необходимо высказать. Вот это вот сейчас закачано. Игнать Тихович, вот это вот сейчас закачано. Вот Козлов Сергей. Вы его установили, этот ролик? Так, подожди теперь. На закачку поставили. Сейчас, подожди. Закачивайся. И вот надо поставить на запись. Подожди, какую? Какую, Сергей? Вот это вот? Нет, не эту. Которого вы ужали. Вот этот, которого вы ужали, его поставить на запись. Там я не ужал, 49 еще только. Нет, вверху который. Которого вот, вы... Вверху вот этот. В ужатый, которого вы убрали. Я вообще не понимаю. Который вы ужали, вы его поставили на запись. Где он ужатый у меня? В каком месте? Ну, вы ужатый в папку поставили, ужатый. Вы туда поставили ее. Я потому и поставил туда, что я думаю, что его ставили уже. Это путаница, вернуть на прежнее. Я сам себя уже не узнаю. У меня ничего нет, я парализован. Мы два паралитика будем лежать с вами и ничего не сделаем. Нет, вот то, что вы ужали с Козлов, Сергей, вот вверху пока 30.03.2014 года. Где оно? Оно у вас в ужатых должно быть. Да с чего ради бы я ужимал и ложил туда? Я ужимаю для того, чтобы поставить. Что ты путаешь? Ну тогда здесь смотрите. Ну давай, конкретно посмотрим. Я ужал 30-е. Сейчас, минутку, Сергей, пожалуйста, подожди. Вот это посмотри. А, это занятие. Так, 30-е, вот оно. Вот это вот, да. Я его ужал 530. Это я ужал-то по этой, по системе, по новой, которую сделал. 530 у меня никогда не было раньше. Вы что ждете? Теперь в YouTube ставьте его. Ставить сейчас. 530, она мне до утра будет молотить. Надо сдвинуть. Да пусть она молотит, вы ставьте. Сейчас, подождите. Сейчас я это... Она не до утра, на 2 часа поставит. И занятия надо заново переужимать. Они в ужатом виде занятия. 907. Ничего не поставит, Сергей, не пойдет. Я даже не буду ставить больше ничего. Или вернуть и заново все переделать, и как было неделю назад. То есть я сам ужимаю на 3,5, сам ставлю. А вы берете те, что свои. У нас работа была продуктивная, я просто заблокирован. За неделю ни одного ролика, вот результат. И сегодня ни одного не будет. С 900 я и ставить даже не буду, мне не поставить. Сколько вот будет он, когда второй раз ужмет? Посмотреть надо. А что смотреть-то уже? Уходить надо на молитву. Не пойдет. Я ничего ставить не буду. Это мне ни ночью вставать, ни днем. Она будет сутки молотить. Люди-то у нас качество уже привыкли, а это намного лучше уже. И стараться улучшить, чтобы было совершенно, конечно, это хорошо, но не пойдет. Просто не пойдет. Вот я сейчас покажу, вот сейчас мы пока говорим, я вот поставил вот это вот видео, вот это я поставил 29.03.2014. Вот это, видите, ролик я себе сейчас закачал. Вот вы сейчас закачали, смотрите, сколько он уже закачал. Убирайте мне с экрана-то, вы закачали, я не знаю, что убирать-то. Оно у меня забитое стоит, потому что мы двое, без предупреждения, без пометки. Не пойдет. Слово не пойдет с тремя восклицательными знаками. Я
всегда тише. Да я бы сюда бы и не касался бы. Я пытаюсь уже 2 дня закачать один ролик. Вы меня сбиваете. Я к вам не касаюсь. Вообще, да потому и сбиваю, что я его не... Сергей, я его не знаю. Что он тут стоит-то у меня на этом? Он стоит неделю. Я не знаю, что с ним делать. Не этот конкретно, другой ролик-то. То ли он вот пишет... Смотрите, мы... Сейчас с вами говорим всего полчаса, видите, а уже закачало 37%, закачало. Вот, а этот ролик очень тяжело весит. Он весит, сейчас скажу, сколько. Вот даже ты закачаешь, вы закачаете, он так у меня и будет торчать на экране-то, я не знаю, что убирать-то. Потому что мы двое без пометки, а мне экран надо освободить. Он, я его третий раз закину туда. Я касаться больше этого не буду. Делайте. Я хочу как лучше сделать, а понимаете, я свое время отдаю. Так и я-то отдаю время-то. Я в ожидании, не могу ничего сделать-то. Главное, что от меня никакой пользы сейчас нету. Вы совершенно не правы. Вы не правы в 100%. Вы просто вы сейчас не слышите, что я вам говорю. Вы даже не пытаетесь услышать меня. Ну ладно, я вот услышал. Поэтому беда я, такая. Давай так, услышал я. Я не буду ни ужимать, и все, вы будете ставить. Ошибок тогда не будет. И вы будете нет, говорить, такой-то поставленный, я его тогда закину в ящик. Вы меня не слушаете вообще. Я вот вам сейчас пытаюсь объяснить, разрываюсь на куски. Вот я вам говорю, вот я сейчас, смотрите, я вот ставлю сейчас ролик вот этот вот с Сергеем Чистяковым. Вот, я его поставил полчаса назад, уже закачало почти половину. Видите? Вот, теперь показываю дальше. Если мы вот эти вот ролики ужимаем здесь вот, вот сейчас вот эти ролики, вот сейчас они ужатые, видите? Вот они за ночь, они у вас за ночь поставятся, за сегодняшнюю ночь. Вот в таком вот ужатом виде их больше ужимать не надо, они за ночь закачаются все. Что тут? Тут мудрить ничего не надо. Они закачаются, вот эти вот ролики. Вы вот сейчас поставили что-нибудь на закачку? Откройте эту оперу. Оперу откройте. Оперу, так. А опера не открыта разве? Опера вот. Сейчас я посмотрю. Что там нужно открыть? Форум? Так а опера вот. Да нет, не она форум. Открыта опера. Ну сейчас у меня это не сразу открывается, у меня тут тормозит. Ну, я вы пока говорите, не что вижу. Открыть форум открыть или просто опера, YouTube открытый. Все, не надо ничего открывать, я сейчас сам открою, все посмотрю. Ну давай. Вот сейчас. Она опять закрылась. Фу. Вы вот это вот видео сейчас закачиваете, вот это вот Сергей Козлов, вот это вот закачиваете на YouTube, закачиваете его. Подожди, я не вижу тут ничего. Тут у меня YouTube открытый, надо увидеть, что там закачивать. Так. Сначала надо найти, что именно закачивать. Подожди. Что-то тут это... Я вам 55 раз уже сказал, что закачивать. Вот этот, еще раз показываю, вот этот вот ролик, сейчас. Вот 30-03. Я не вижу ничего. Ну, Сергей, закачивайте его. Тут закрыто, надо сдвинуть его. Сначала. Подожди маленько, я сдвину. Так, это тут ужатие идет. Сюда сдвиньте. Вот он. 30.03. Вот он ролик. Вот этот. Где он этот ролик? Какой? Вот он. Вот этот вот? Да, вот его надо. За 30-е? Да. Хоть как-то вынести, в куче все лежит. Так же не работает. В куче все ролики. Возьми тот. Но я взял его. Откуда я знаю, брал я его или не брал-то? Следующий мой шаг-то опять я слепой сижу. Неправильно делаем. Просто неправильно. Я не могу им дать ума. Сейчас. Какой закачан, какой не вот, закачан? Вот этот закачивайте сейчас. Я его сейчас закачаю, его переставляю с места на место. Я его опять заброшу куда-то. Понимаешь, нет, я сейчас должен вывести. Так, вот занятие. Сейчас, подожди-ка. Сейчас, я узнаю, подожди.
Они меньше 500, ни одного нету. Так, теперь надо зайти сюда, 500 за 30-е. Так, минутку. Теперь ищи. Они выглядят теперь по-другому, синенькие и без этой. Или наоборот. Вот он. Вот это вот? Да. Вот это миссионер. Сейчас я посмотрю еще раз, сколько он весит. Вот это 519, похоже. Открыть. Мне теперь надо, когда он закачается, мне его надо сразу убрать. Я вот это вот теперь не знаю, с чего убирать. И они все так торчат. Отработаны, не отработаны. Они все стоят здесь. Я могу их 5 раз закачивать, одни и те же. И не знаю даже, какой... В деле, какой уже отработан. Вот сейчас и установите его. Мы пока разговариваем, уже половина бы закачалась бы, пока вот мы разговариваем. Вам просто надо записывать. До этого никогда не было, чтобы я записывал. Я их передвигаю, они уходят. Что я буду записывать-то? Столько роликов теперь накопилось, и я буду записывать. Я просто так, ужал его. Теперь тот, который не ужатый, он мне не нужен. Я его кинул в папку. Он, при поиске он это дважды не повторяется имя. Я теперь ужатый выношу, оттуда ставлю сюда. Отработал, сразу его вниз скинул, все чистое поле. А сейчас у меня все в куче они лежат. Вот я наверх поставил не ужатые. Вот они подряд стоят. Сколько они будут стоять? Ну а дальше вы их наверх поставили. Вы в папку их засуньте, не ужатые. Вот, я показываю, неужатые, вот первый. Вот, папка, собрание, вот неужатое занятие, и вот они теперь. И сколько они у меня будут тут стоять-то? Я их убрать-то... А почему вы их не убираете? А? А почему не убираете? Папка, где у вас папка с неужатой? Папка неужатая, вот она где. Так туда их уберите. Вы же ужали... Ну и туда их засуньте, туда, в папку. Еще раз говорю, что они ужатые настолько мало, что их очень трудно... Так, вот это вот я сейчас уберу их туда. У меня хоть натрия сократится. Подожди. Ну, что-то пошло тут. Автозапись совсем не туда пошла. Так, собрание. Ужатое. У вас что-то нажалось тут. Вон какая-то штучка. Какая-то штучка нажалась в этом. Что нажало? Ну, в пустоту тните. Или все уже сейчас. Так, о чем речь идет сейчас? Я хотел убрать туда, какие-то мешаешь, еще ты подмешался. Ну, расскажи, что дальше делать? Руководи. Ну, вы убирайте сейчас сюда. Я это и делаю. Ну, вот убирайте. А для чего ты вмешался, вообще не понимаю. Я это и делаю сейчас. Я тогда просто отойду от этого дела. Я не могу избавиться от этих вот. У меня куча мала лежит. Так, теперь какой? 29-й, Сергей. Ну, ужат он у меня или нет, 29-й-то? Где он у меня? Тут два собрания. А где 29-й ужатый? 29-го ужатого и нету здесь нигде. А его заброшу туда. А в ужатых у вас нету? Ну вот нигде нету ужатых. В папке. Виду. 29-й сейчас проверю. 29-й Сергей. Ну если бы он стоял, так он бы стоял в интернете. И вот в интернете-то нету. Давыдкин последний получил книгу, и все замерло. 29-й. Вот смотри. 29-й. Что это вот? Это Сергей, не трогайте. А? Это то, что Сергей сейчас закачивает у себя. Это его видео. Видишь как, он закачивает, они у меня уже туда сброшены. Ну, явно дело, что это каша мала. Это не годится так. Так нигде не работает. Это не я закачиваю, это вы закачиваете. Сергей, мы не правы с вами. Сергей. Нужно признать, что мы не правы, так не работают. Мы испортили доброе вот это расположение, какое было. Я был прорабом, у меня 6 объектов, и никогда путаницы не было. 500 человек, я знаю, куда поставить. А здесь я в 5 роликах не пойму, закачаны, не закачаны. Если бы мне дали, вы бы мне дали вот сейчас бы 10 минут вот, спокоя бы, я все вам расставил бы по местам. Я бы. Про это как раз и говорю. Тогда вот, я буду выставлять вверху. И вы их ужимаете. Тогда путаницы не будет, потому что это в одних руках будет.
А которые ужаты, вот сюда внизу, вот, видео ужатое ставить. Ну, вам одному не поставить, это очень-очень долго. Ладно, давайте панику. Сейчас панику оставим, сейчас вот дайте я вот это вот видео вот закачаю, вот это вот. Ну, куда? А вон оно где, 9-е, 29-е. Сейчас пускай закачается. Мы его вон куда загнали, это оно ужатое. Так, теперь сейчас вот видите... Так, его выставили сюда поближе. Мы его потеряли, мы искали, не там. Вот оно, 29-е. Его два раза уже ужимали. Ради Христа, послушайте. Что-то прерывается, вот сейчас слова вот прерываются, непонятные. Подожди, Сергей. Куда заехали? Нет, мы не в самом начале неправильно это. Мы нарушили тот порядок, который был стройность. Везде и всюду идет все по порядку. Книга за книгой, глава за главой, стих за стихом. У нас каша мало получилась. Ужатая, не ужатая, ставлена, не ставлена. Мы еще сейчас не знаем. Попытки Сергея как-то сейчас это упорядочить, они не дадут еще. С одним поправитесь. Дальше я ее второй раз ужимаю. Теперь два ужатия. У меня получается один ролик в трех вариациях. Этого тоже не было. Но явно дело, что это не то. Знаете, можно немому слово сказать? Это. Если сейчас, вот видите, ролик вот этот вот сейчас нажимаем, вот этот вот ролик собрания, да? Вот видите, он подходит к концу сейчас, вот 90%. Нам нужно его сейчас просто закинуть будет в интернет, и все. А потом уже дальше будет все видно. Вот пускай он сейчас это доделается, и мы его закинем в YouTube. В YouTube его пока не закинешь. Пока ничего трогать, пускай сейчас посмотрим, сколько будет после второго ужатия. Второе ужатие не делать. Вернуть на 3,5 и ужимать один раз. Мы избегнем большой катавасии. Это не надо делать было. Я верну. Я уже все понял. Я верну, конечно. Я сейчас все поставлю назад. Ну давайте доделаем хотя бы это. Давай доделаем это, ты остановимся. Сразу вот уже 92, на 3,5, как было, и больше не прикасаться туда. Это оказалась запретная зона, где мы прикоснулись туда. Ее не надо трогать. Там у нас уже 1600 роликов, а тем более сейчас он пишет в два раза чище. И нам достаточно этого. А которые там есть такие сиборитства, и ты им никогда не угодишь. Так, ну еще, 95 сейчас закончится. Вот это 29-е я так и не пойму. Сергей его ставит, что ли? Да, да. Как я могу узнать, что он его ставит? По каким признакам он от этого отличается? Никаким. Ну, я вам дело. Мы как пьяные стали работать. Он же его отодвинул, а вы опять его поставили. Я опять подыщу, потому что сейчас сказали, где оно, нету его, поискали, нет, а то что... Нет, там другое, за 29-е, там другое был видеоролик. Вот видишь, другое, третье, никогда этого не было. Чего непонятно-то? Над нами враг смеется просто. Мы такую сделали щепуху здесь. Не прикасать, а работает только один. Дайте я закачать, я буду. Давай. Запутали меня. Пожалуйста, не трогайте, пожалуйста, вот этот ролик, а. Вот вообще не трогайте его. Вот пускай он тут будет. Да одно то, что один раз я забросил его, уже должно было красный свет зажечь. Не делать этого, это провокация. Самое настоящее. Он лежит здесь, мешается мне, а я должен помнить, что закачивает, а закачивает полдня, может закачал. Но у меня в памяти этого нет. Он мешает, я его и скинул. Потому что я не работаю над ним, и он не стоит. Я проверяю в Ютубе, ничего не, после Давыдкина ничего не ставится. Так, 100%. Сейчас, 100% будет. Еще 99 только. Не попортить его. Мы сейчас должны упорядочить заново. Все сделать. Так, 100% сейчас она скажет, завершено. Все. Вот, это мы что сделали?
собрание. Теперь я его вытаскиваю. Посмотрю, что получится. Вот оно, где собрание. Я вот сюда вниз, чтобы... Видишь, надо показать. Сейчас я покажу двойное ужатие. Минутку. Ужатие 2. Вот теперь она его выпустит. Она его зажала. Вот так. Сейчас промерим. Так, где оно? Ужатие 2. Куда оно улетело? Вот это? Ну да. Надо отобрать сюда. Так, ужатие 2. 1,21. Еще она не ужала. Значит, нету. Один, так она больше сделала его. Это вообще было 1,12, а сейчас 1,21. Не оправдала доверия. Да такого быть не может. Там написано. Ну, тут написано. Такого не будет. Вот оно. Показывает. Мегабайт. Вот оно. Вот мы сейчас его вытащили. 1,21. А... Это просто не тот ролик. Вы вытащили. Не ужатый ролик. Игнать Тихси, это не ужатый ролик. Вы вытащили. Откуда вы его достали вообще? Откуда достал? А куда у меня ужатые? Вот в этом месте. Вот оно где. Вот. Вот отсюда я вытащил. Туда, куда идут все ужатые. А почему он стал больше, не знаю. После ужатия стал больше. Это факт. Его надо признать и узнать причину. И устранить. Роботы по одному в день заходят. Я благодарен тебе, Сергей, очень и очень. Избавил ты меня от этой работы пустой. А это вернуть на место. Вот это я распузырю. И больше вы тут ставить не будете. Я буду ставить. Ставить, ужимать 3,5, как было, и у нас тогда направится. Я с этим разбазарю дня за три. Это по сути, я вот второй день пытаюсь это закачать. Это я ваш ролик, это не я ставлю, понимаете? Это я пытаюсь ваш ролик, я вам помогаю. А вы мне 2 дня уже мешаете, понимаете, в чем дело? Ну вот если бы не помогали мне, я бы его поставил давно. Он бы, я знал, что его уже он ставится, именно у меня ставится, и я его с экрана сметаю. Я хотел, чтобы его в хорошем качестве поставили. Так, все, вопрос решен. Потому что я там хочу... Ну, договоримся, Сергей, давай договоримся. Помощи мне здесь не оказывайте. Я сам ставлю ролики, которые я записываю. Сам ужимаю, сам ставлю. Только на 3,5 верните назад. И все. И все вернулось на прежнее. Если вам какой-то надо, отдельную папку заведем, я туда кидаю. И вы из папки там будете брать. Ну, я надеялся, что мы запутались. Тут никак. Я не могу следить за собой даже. Сейчас, подождите. Так. Я сейчас переставлю тут назад. Подожди, потушу вот этот. Уберу, который ужимает-то. Он не нужен. Подождите, не надо ничего делать. Я сейчас исправляю все назад. Я не трогаю. Я ничего не трогаю. Вот 2 руки мои. Видите? Дайте мне, я сейчас дальше достаю. Давай, на 3,5 верни. Вы все силы забрали. Да, на 3,5 верните, больше ничего не надо. Не трогайте ничего, я прошу вас. Я вот 2 руки, смотри. Не трогайте ничего, дайте я верну надо. Смотри, не делаю ничего. 2 руки рядом. Смотри, где мои руки. Скорость маленькая. Сейчас я видео отключу, а то скорость маленькая. Сейчас я у себя отключу тут. А как могло после ужатия стать больше? Вот это я не знаю. Было 1,12, стал 1,21. Да вы просто не тот. Сергей даже не поверил в это. Ну, да просто не тот файл. Достали, и все. Я его сейчас выброшу. Я вам еще раз говорю, вы не тот файл достали. Не трогайте, пускай он делает.
Я не тот файл достал, а там один только и был. Собрание 30-го. Что-то все это повисло-то, я не знаю. Вообще ничего не видать. Скорость. Я отойду, чтобы не трогать. Скорость в интернете слабая. А то искушение у меня. Ой. Никогда больше этого нельзя делать. Делать только одному. Я одному, и когда четкие, как у меня порядок, я сразу убираю, ужал. И не ужатый, я убираю с экрана, их больше нету. Они лежат, ждут, когда я их отдам кому надо. Все, к ним я не прикасаюсь. Ужатые сразу. Что-то экран зеленым покрылся, ничего нету. Сейчас, пока ничего не делаете, сейчас я сам. Да я отошел в сторону, Сергей, я отошел. На расстоянии 2 метра. Два балла. Полный завал. Подвел я вас всех. Я так работать не могу. И понимаю, что и не надо. Потому что 1600 роликов поставить, это чего-то стоило. И никогда у меня не было вот такого вот. Никогда. И не могло быть. Почему? Я люблю порядок. У меня стройность, четко, я знаю. Неужатые, они у меня в ряд стоят. Подписал их, ужал, сразу тебе скинул в папку. Начинаю по одному работать. Отработал один, я его сразу убираю с экрана. А тут все торчат неделю. Ну, за неделю ни одного не поставил. Что доказывать? Доказательства нет. А у меня порядок еще больше порядок. Но у меня все не ужатое стоит, все качественно стоит. Ну, что качественно, то да. Я тут не могу сказать. Качественный у вас качественный. Но у меня никакого нету. Ни качественного, ни качественного. И поэтому выбирать приходится между что-то или ничего. Выбор-то небольшой. И за неделю ни одного ролика я не смог поставить. Это тоже сейчас условие. Я теперь исправил. Будет теперь, как прежде, закачиваться в таком качестве. Сейчас мне главное на 3,5 верните, как было, и больше ничего не надо. Он говорит, уже исправил. Все, я сейчас сразу забрасываю, подожди, я потушу. Можно потушить уже, да? Не, сейчас, секунду, сейчас я свое там гляну. Да, проверь, что здесь. Сейчас я гляну и ухожу. Так, 9 каких-то процентов. А что сейчас загружается-то? Вот это вот, который Сергей загружается. Это у Сергея загружается, да. Ну, у меня ничего и не будет. Если там загружается, он мне не потянет. На вторую-то он не потянет. Мою загрузку-то он и не примет. Да вы сейчас ужимаете в 3 раза, как вы хотели. Ужимаете и быстро закачается все. Я сейчас все заново ужму, которые уже ужаты. Да. И потом начну ставить их. Самостоятельно, как всегда. Да, вот они быстро, вот ваши ужатые быстро поставятся. Ну ладно. Говори, когда я могу начать делать. Мне надо закрыть ту, которая ужимает. Сейчас еще одну минуту. По-новому открыть. Дай сигнал мне. Так, давайте я, наверное, потом этот ролик установлю. Вы сейчас делаете свое, а это я потом сделаю. Ну что, можно спокойно, да, начинать? Тогда эту закрыть программу, что у вас тут открыто? Что там загружается? Вот это загружаете за 29-е, да? Все, я уже ничего не загружаю. Так, счет загружается, 29-е? Да, он уже все, отключил его. А, отключил. Так, все. Теперь в эту я могу закрыть? Нет, вы ужми... Все, делайте. Мне все, надо закрыть и заново открыть, поверь мне. Да, все. Нет. Закрыть можно ужатую программу? Ну, можно, но эти удалите, все. Вот два удалите. Так, сейчас вот я закрою, она исчезнет. Там завершено, подождите. Он говорит, вот эти удалить надо.
Она удалится сама. Когда я закрою, она удалится. Я закрыл. А теперь открываю. Пожалуйста, ничего там уже нету. Удалять это, когда я к этому надставляю. Теперь, что я делаю? Я сейчас поясняю. Вот которая у меня ужатая, вот сейчас есть собрание. Я поставил. Дальше. Занятие. Я еще после двойного ужатия вот это как поставил собрание, и тут собрание. Вам, значит, надо... Двойное ужатие. Вы сюда не ужатые ставьте. Не ужатые надо ставить, не ужатые. Не ужатые? Ну тогда да. Это все по боку. Видите, да. Опять. Эти ужатые... Так, вот это я по одному выбрасываю сейчас. Подожди. Вот у меня ужатые, которые... Они ужатые, уже туда заброшены. Эти ужатые, прости, в корзину, эти ужатые, в корзину. Вот эти ужатые в корзину, а оставьте неужатые. А что, если я поставлю, которые здесь, те у меня уже заброшенные там, внутри. Которые я уже... Если вы сейчас эти ужмете, там качество вообще будет плохое. Качество плохое. Тогда которые вот эти ужатые, их выбросить во тьму? Да. Так. Еще у меня тут не ужатое. Подожди-ка, сейчас посмотрим. Значит, собрание, занятие и Сергей 30. Вот три надо найти. Сейчас, минутку, не отходите. Давай, давай, помоги найти их. Где это? Сколько путаницы. Ужасно просто. Невероятно. Это мое малодушие. Вот занятие. 30. Занятие. Так, собрание найти сначала надо. Ладно. Занятие я кинул. А где собрание? Собрание где? Собрание 30-го? Да. Так, теперь Сергея 30-го найти надо. Помогай. У тебя зрение лучше моего. Ну? А Сергей 30-й где? Ну? Собрание. Это. Еще раз там посмотрите, где там. 30-й. 30-й где там написано? Что Сергей 30-й где написано? Вот она. Вот, не вот. Подожди, первая цифра. Нашли. Так, мы сейчас не можем найти. Подожди, чтобы поставить-то, надо найти. Первая цифра идет. Ты... Ну подожди, вот сейчас я покажу, вот не этот случайно. Оно первая цифра стоит именно. Цифра. Там вверху она была. Вверху. Еще вверх подними. Если цифра первая, то вверху. Нет, в самый верх надо поднять. В самый верх. Вот где-то я видел тут. Я ошибся уже. Вот какая путаница, ужасно. Этого никогда не было у меня, никогда. Нету здесь, по ходу дела. И нет такого, говорят. Так, сейчас потихоньку, давайте опускаться. Давай. По одному вниз, опускаться. Смотрим. Давай, я не буду трогать. Как он назывался? Козлов Сергей, 30-е, да? Первая цифра идет в названии. Цифра 30-го. А потом идет Сергей. Да, 30.03.2014 года. Его нету здесь. Так. Вообще нету. Я его уже... Извини, зачем на рабочий столе? Теперь смотри. Закрой эту папку. Подожди, я его отсюда беру, которая здесь внизу лежит. Ужатая. А она пойдет за неужатая. А то, что вы в корзину отправили, что там находится? А, это вот то, что уже... Это уж... которое два раза ужимали. А вот эта папка... Закройте этот, закройте. Вот эту? Да, закройте. Так. Закройте, это вот. Это собрание. Вот, вот стоит, вот она. Вот она внизу, вон она где. Так это уже ужатая.
Ужатое это? Конечно. Не ужатое, видишь, какой? Вон. Скрипичный ключ. Теперь это я ставлю сюда. Я его пережиму. Теперь я его ставлю в разряд того, который не ужатый считается. И сейчас, как только ужмет, вот эти вверху я их сразу забрасываю в папку. Они мне не нужны будут. А вот эти внизу, как только сейчас это сделаю, те их уничтожу. И все тогда направится. Это закрываем. Но что-то еще было потеряно, не поставлено. Так и теперь не найти даже. Мы что-то еще у нас были. Теперь 29-й заканчивает он. Двое заканчивают. Нет, он уже закрыл это. Закрыл. Сергей тогда, закрыл это. Тогда все, я включаю, да? На ужатие. Ну, если вы все это сделали, все три, все, все да. Все три. Все. Все. А вот эти три, они у меня уйдут в отвал. Я их передвину прямо к корзине сейчас. Они ждут своей очереди. Вот тогда мы направим. А эти выставлю сюда и начну ставить. А вот эти, их нельзя сейчас трогать, пока не будут ужаты. Понятно? Так, ладно, иначе там это все. Сейчас как я... закачивать тогда, я пока не лезу. Уничтожить. Вот трое уничтожить, я их поставлю рядом. Вот такой порядок, когда будет у нас все уйдет. Теперь это, как ужмет, вот эти два я заброшу вот сюда. Все стало на место. А вот это что у нас? Так вот он где, 30-й-то. А, появился? Знаете, все, я пошел. Ну, с Богом, Сергей, с Богом. С Богом. Спаси Христа, так вот она 30-я есть. А вы остановить-то можете сейчас? А зачем? Ну, чтобы вот этот поставить, это качество, это лучше будет. Не могу сделать. Пусть какое будет. Не надо, кое с чем придется пожертвовать. Я вот туда закину сейчас видео, вот сюда. Вот. А, под, а это я просто уничтожу. Вот он, вот он, вот. Вот, вот он. Вот он, да. Я вот так поставлю. Как только сейчас закачает, я его сразу уничтожу. Вот это кину туда, все. Я люблю, очень люблю строгий порядок. Математическая точность. Представь себе, 1000 пленок записано на 4 дорожки разного размера, ни одной ошибки. Ни одной. За 7 лет примерно. А тут сразу пошло в разнобой. Почему два человека? А кто что брал из корзины, неизвестно. Куда он дел после этого, неизвестно. Я руки опустил. Я вижу, ничего нельзя сделать. Я отношу это только к моему малодушию. Не надо было этого разрешать. И на этом бы все. И нормально, он делает свою работу, я свою. А мы начали, он помогать начал. Его намерение было самое-самое доброе. Ну, как всегда, говорит, получилось. 22.50. Мы время-то сколько потратили. День прошел у меня совершенно даром. Неделя прошла даже. Ни один ролик не поставили. Какое доказательство? Доказывать ничего не надо. Меня вышибли из колеи.